прилету в город Махачкала, в аэропорт, ну, узнаю, что форма основной команды, сумка, не прилетела. Ее просто не загрузили. С основной командой за нас играло 4 человека, соответственно, формы у нас не оказалось. Я всегда с собой беру пару комплектов запасных. Вот, на такие случаи, мало ли что может быть. Мы стали как-то выходить из положения, приезд на базу. Мы стали переделывать просто форму. То есть брали форму игроков и переклеили номера, то есть переделывали. Времени не оставалось ехать в магазин какие-то майки искать, чтобы нам цветом покупать. Так как самолет задержался на 40 минут. Вот. И стали так где-то переделывать. Сергей, Иван, да. Если не хватает, мои возьмут. Берешь, похоже, пример номера, хотя последние цифры, а первую цифру заклеиваешь. Тейпом, пластырем закрашивать. Была белая форма, было удобнее. Вот. Но единственная была проблема, это вратарская форма. Была оранжевая, приходилось красным маркером закрашивать. Как ребята сами на это реагировали, которым пришлось играть? Понимающие отнеслись к этому. Так как, ну, случай есть случай, что ж теперь делать. А играть надо. И ребята хотели играть. Выходили в положение так. На моем счету первый раз такое. Вот. Но всякие случаи бывают. Но мы опоздали, должны за час приехать, но наш самолет задержался, и нас продержали в аэропорту полчаса. И спустя полчаса мы узнали, что сумка это не прилетела. Вот. На матч тоже опоздали? На матч мы приехали вовремя, просто отложили матч на 15 минут, чтобы игроки могли размяться. Вот. И нам просто самим даже цвет формы подготовиться. Уже да, тут было принято решение, что резервный комплект формы из Нижнего Новгорода высылать срочно, рубиновую синюю. Вот. Но потом уже сказать, что рейсом самолетом выслали ее в Махачкалу, и она прилетает полдесятого вечера. В Москве нашлась форма. Да. Она просто упала, как говорится, сказали, с тележки, когда ехал самолет. Всякий случай бывает.